Коммунальные службы готовятся к морозам. Только в столице за ночь на дорогах разбросали 68 тонн соли и 36 тонн антигололедной смеси. Обработку также провели в Бельцах и 14 районах страны. Власти заверили, что готовы оперативно реагировать на изменения погоды. Сейчас дорожное движение по всем трассам страны осуществляется в нормальном режиме. Водителей призывают подготовить автомобили к гололедице и снегопадам, а также ехать особенно осторожно, соблюдать скоростной режим и не совершать резкие маневры.